Предприятие по производству приправ и пищевых ингредиентов было основано 11 лет назад и сегодня является одним из лидеров отрасли в России. В ассортименте компании более 500 вкусоароматических и функциональных добавок, комплексных смесей, соусов, маринадов и эко-специй. Если предприниматель хочет, чтобы была достигнута цель, поверьте, это всегда будет. А если он будет все время плакаться и говорить, вот это проблема, логистические цепочки разорвались, европейские партнеры отказались, ну и результаты будут такие же. Поэтому сегодня гордимся тем, что есть такие предприятия не только даже с точки зрения Московской области, но и в целом для всей Российской Федерации. Производство, которое посетили глава Ленинского округа Алексей Спасский и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, является примером 100% импортозамещения. То, что сейчас происходят некие сложности с логистическими цепочками из Европы, для нас это абсолютно никак не сказалось, потому что у нас до начала СВО, до 24 февраля, было всего 2% европейских ингредиентов. Поэтому для нас, как для производителей, какой-то особой сложности не было. Владимир Головнев ознакомился с технологией производства и обсудил с предпринимателями особенности их работы в настоящее время. Речь шла в том числе и о реализуемых региональным и федеральным правительствами мерах поддержки бизнеса. У нас, я считаю, не просто большой, колоссальный пакет различных мер поддержки. Это с точки зрения и покупки нового оборудования, и лизинга, и многие-многие другие программы, которые исчисляются на сегодняшний день более чем 20 миллиардами рублей. Это предприятие – типичный образец конструктивного взаимодействия власти и бизнеса. Подобные встречи с предпринимателями Подмосковья проходят на постоянной основе. Главная их ценность, что бизнесмены могут озвучить свои вопросы и предложения. Очень давно знаком, 11 лет это предприятие находится на территории округа. Они никогда не стоят на месте, даже сейчас, в сложное время, они продолжают развиваться. И вот то уникальное оборудование, вы смогли сами убедиться, в общем-то, это вызывает по хорошему смыслу восхищение. Такие визиты на предприятия, делающие большой вклад в экономику Московской области, кроме всего прочего, позволяют представителям власти познакомиться с лучшими производствами и помочь обмену опытом между предпринимателями. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ.